Значит, у нас первый вопрос, ответ был к первому вопросу, ответ B, да? What kind of business in Vacation Time Inc.? Значит, каким бизнесом они занимаются? Значит, a travel agency, it is what? Агентство, да, которое занимается чем? Чем занимается? Путешествия. Да, путешествия. Значит, отправляет людей на путешествия. Помогает им поехать куда-нибудь, да? Окей, next question. Which is the one service not mentioned? Какой пункт не был, как сказать, не был, не сказан в тексте? Не... Rental car reservation. Yes, right you are. Значит, здесь airline reservation есть? Есть? Да. Какой airline reservation? Воздушные пути. Значит, резервация за брон airlines, да? Есть. Airlines vacation есть? Есть. Значит, здесь нет the rental car reservation. Здесь они не говорят о том, что они вам найдут машину, да? Дальше. Okay. Of July. So. Sunday is the storm. Значит, мы прочитали второй текст. Первый вопрос. What is the purpose of the advertisement? Мы. Угу, Санджар. To announce that one restaurant is closing in May. Yes, right, you are. To announce that one restaurant is closing in May. It means, что они предупреждают то, что один ресторан будет закрыт в мае. Next, Севинч. Севинч. Да. Давай быстрее. Здорово, Богдана, вас вообще не слышно? Все, тогда ладно, давай.